Друзья, всем привет! Сегодня первый день отпуска нашего. Мы едем в Пестеньку, в свою любимую деревню. Посмотрите, я вам что хочу показать. Сейчас только что лил дождь. Вот видите, дорога мокрая. Теперь смотрите, здесь уже солнце светит и небо светлое, а в эту сторону еще все черное. Небо черное, дорога мокрая. Вот так вот. Вон там мои мужики. Вот, кстати, мой Грюша. Это у которого был инсульт, если вы читали мои статьи на Дзене. У него был инсульт 12 мая. Слава Богу, вот он у нас оклемался. Ему 14 лет, он уже старенький. У него был инсульт. И вот делали уколы, таблетки принимали. Слава Богу, все пошло на поправку. Я вам хочу показать, какая здесь красота. Заасфальтировали нам в прошлом году дорогу. Здесь была ужасная дорога разбитая. Вот смотрите, голубое небо. Сейчас уже времени, наверное, около 3 часов дня. Вот. И смотрите, граница. А там еще все черное. Небо темное, тучки, и скорее всего там дождь идет. А здесь уже тепло. Жарко. Ну все, первый день отпуска открыт. Мы еще по дороге в деревню, мы еще не доехали. Это мы приезжаем вот сюда на пруд. Здесь такой есть пруд. И мой муж здесь рыбачит. Иногда ловит здесь карасей. Иногда. Не всегда, но бывает. Вот мы здесь делаем остановку, отдыхаем немножечко, потому что деревня находится от нашего дома до дома в деревне 63 километра. Вот. Ну, это у нас здесь как традиция останавливаться, порыбачить, пообщаться и потом в путь дорогу. Вот я вам еще раз Грюшу покажу, у которого все уже прошло. Да, у него был инсульт. Мы так перепугались за него. Но, слава Богу, все обошлось. Идет на поправку. Ноги еще, конечно, не совсем задние лапы слушаются, но все-таки уже лучше. Все, всем пока. Буду транслировать наши рыбалки, наш шашлык, наш отдых из деревни. Всем пока-пока.